продолжит выпуск новостей Воткинска. В эфире рубрика «Градские новости» короткой строкой. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора. По его словам, правительство не принимает решение поддержать или не поддержать озвученные цифры. Правительство занимается анализом. Если говорить про Минстрой и его подразделение, которое отвечает за тарифную составляющую, то все, что определяет регоператор и иная организация, подлежит контролю, экономическому анализу целесообразности включения этого в тариф. После этого тариф утверждается, отметил Семенов. После проведения тщательной работы по анализу правительство примет решение, отвечает ли предложенный оператором тариф современным экономическим условиям, интересам республики или нет. Уплатить транспортный, земельный и налог на имущество за 2017 год нужно не позднее 3 декабря 2018 года. Сделать это можно на почте, через терминал в банке, с помощью электронных сервисов налоговой службы, личный кабинет и раздел «Заплати налоги». Пользователи портала государственных услуг могут оплачивать налоги непосредственно на портале. Налоговая служба рекомендует не откладывать уплату налогов, чтобы не пропустить установленный законодательством срок. Нарушение трудовых прав несовершеннолетних выявили в Воткинске сотрудники прокуратуры. Грубое нарушение требований трудового законодательства выявлено в 3 организациях города. Трудоустроены 5 несовершеннолетних, двое из которых не достигли возраста 14 лет, до достижения которого трудоустройство несовершеннолетних не допускается. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас.